Всем привет, путники интернета, с вами Никита Смакакайта. Я заканчиваю в этом видео проходить Хроники Свободы, сборник дополнений. И на сей раз у нас будет не девушка, не негрой с усами, а солдат. Причем, ладно, шутки, пошли, белый солдат, ладно. Так вот, в общем, дополнение будет называться The Deeps of Captain Wilkins. Как это переводится, я не знаю, если честно, буду смотреть позже. А может здесь скажут. То ли по-моему, деяние капитана Вилкинса, по-моему, вот так вот, да. Ладно, давайте начинать. Уровень сложности у нас будет... Как всегда, двоечка. Бля, хватит. Двоечка. Вот, пускай будет двоечка. И что у нас? Ну, естественно, будем... А испытания какие тут будут? Голливуд, Луна. Что это такое? Сакраменто, Голливуд. А, это я. Это только что я проходил, на самом-то деле, дневники агента Тихой Смерти. Так что, ладно. Все, начинаем. Первый выпуск у нас «Черное солнце». Погнали. Война с нацистами была долгой и кончилась нашим разгромом. У меня все должно было кончиться, когда разбомбили Манхэттен, мой родной город. Когда война кончилась, о нас забыли. Нам никто не помогал, но мы шли вперед. У нас была одна цель — уничтожить всех нацистов по пути к земле обетованной. О как! Мы вели безнадежную борьбу. Гибли или пропадали без вести. Почти все 50-е я был один. Потом пришел приказ вернуться на Аляску и остановить Черное солнце. На Аляску? Я угнал подлодку и взял курс на Аляску. Нашел кучу экспериментальной техники и какие-то боевые ходули. Удобная вещь. Годится для ходьбы... И убийства. Вау, ни хрена себе. Спустя 20 лет я вернулся в Америку на задание. Пора было показать нацистам, что у старого вояки еще есть порох. Ну и что тут надо? Наклон. Погодите, покинуть доки. Давай. Ага. У парадного входа куча охраны. Громко шуметь нельзя. Посмотрим, на что годятся эти сапожки. Боевые ходули, система... Ну, короче, это я знаю. Отлично. Вау! Уяси! Вниз, опустись, пожалуйста. Что у нас за задание? Погодите. Сбежать с базы ФМС в Анкоридже. Так, ага. Обучение, бла-бла-бла-бла-бла. Ладно, пошли. Давай. Шуметь не надо, шуметь не надо. Вниз. Где-то чертов корабль. Что? Как я никогда на Аляску. Сюда ведь никто не суется. Угу. Отлично. Ох, бляха-муха, кто там? Так, а как бы обойти здесь? Здесь нету ничего? Мне показалось, отличненько. Америка кишела нацистами. Я с трудом узнавал родную страну. Хотелось выгнать их прочь. Так мы на Аляске, что ли? Я не пойму. Черное солнце, кстати, отсылка на Вольфенштейн 2009 года, что ли? Да куда мне вообще идти? Погодите-ка. Ни хрена не видно, вообще даже не показано. Покинуть доки вообще. Ёб твою мать! А вот куда нам надо... А, нельзя проскочить, блядь. А, здесь нужна у нас другая дамочка. Все, у меня, по-моему, пизда. Все. Я подыхаю.
Наверное. Да, естественно. Просто мне этот заметил, но... Значит, ладно, наверх туда идем, наверх. Ага. Давай. Так, тихо. Берем. Вот этот нам пригодится, нам обязательно пригодится. Ладно, чтобы постока с ним брать, или... Хотя, похрен, ладно, давайте-ка. Сюда, значит, идем наверх. Бля, сложновато будет. Он идет там? Да. И навек. Да как ты вообще? Сука ебаная, блядь. Смог. Он смог меня вычислить каким-то раком. Пиздец, нахуй. Как он мог меня вычислить? Я тогда сейчас быстро бегу просто. Мне вообще похуй. Как он смог это сделать? Как? Серьезно? О, меня даже не заметили, видали? Это что-то с чем-то. Тихо. Они что? Эй! Они рядом! Что? NPC тупые. Они не... Или... А, нет. Видишь его? Блять, еще так сказал. Видишь его? Нет! Видишь его? Нет! Покинуть доки. Ну, навек, что ли? А, вот как... Погоди. Никак нет. Блять, я вижу, что... Ну... Здесь, вот, иди вперед. Вперед, иди. Давай! И что? В чем прикол? Ну вперед еще. Вот. И вот на это прыгай. Вот. Во, отличненько. Найти другой путь. Я словно очутился во сне. У меня было задание, но, черт возьми, как же хотелось сожрать чизбургер. Я тоже есть чуток захотел, кстати. Зачем ты это взял и напомнил? Бля, хамуха. Он отлично сработал. Нормально, сойдет. Здесь главное, не должны этих собак быть и прочих херни. Нет? Не должно тут никого быть. Так, слава богу. Спускаемся, никого не вижу. Вроде. Тихо. Блять. Бляха-муха, у меня 10-то осталось. Ё-моё. Это плохо дело. Дайте патроны. Чуток же остался, чуток. Главное меня, чтобы не заметил вот этот офицерик. Блять, бля-ля-ляха-муха, ляха-ляха-ляха-ляха-ляха. Блин, как бы их пристрелить-то? Пуля не пройдет через этот... А, ну может пройдет сейчас. Ну-ка, а если в этого попасть? А, я думал, это в броне такой, знаете, немец. Нет, это не он, значит, был. Хм, какой-то звук. Вот так вот. У меня скоро патроны кончатся, и мне придется вырубать режим Рэмбо. Блять, я думал, он подойдет. А! Кобзда! Ну так охрененно иду. Что мне нужны патроны. А их нету! Жесть. О, ну-ка, тихо. Так, как-то я нашел. Теперь я могу видеть все. Давай. Где там, куда мне надо? Сюда. Угу. Так, наверх. Опять ходули надо использовать. У них реально неудобно, кстати.
Ну и? Все, опустись ты, ёб... Мне реально неудобно этих вообще. Нас потеряли, твою мать, он мертв. Тихо, нашли труп. Где там наш ты труп? Тихо. Он, по-моему, здесь. По-моему, здесь. У нас чудик этот. Что там такое? Что это было? Блять! Опять этот ходит. Чехтило. Тихо, тихо, тихо. Да, тихо. На, наверх, 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 давай. Гони, 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 гони. Отлично. А, отличненько. Ладно, пофигу, что нас заметили. Не суть. Хоть мы этого и уничтожили. Теперь мне надо туда. Я думаю. Никого нету здесь? Никого. Да, это паром тогда. Ясно, живо. Так, где вообще? А, о. Ну-ка. Ага. Я почти закончил дело, но хвосты оставлять нельзя. Командир базы был где-то рядом и решил его убить. Ага. Значит, я сюда не могу идти. А куда? Не понял. Погоди, а если выбить? Нет? А чё, а что куда надо? Я ничего не вижу, если честно. Фонарик хоть какой-то лайт, я не знаю. Буква L. Что за херня? Куда мне надо стоять? Я здесь закрыт, да? Тут напи... Тут даже... Я здесь... А! Извиняюсь за глупость свою. Вот, вот так вот делаем. У меня же это, ходули есть. Давай. Ага. Так, сигнал. Ноль? Ну все. Извините, я не виноват. Чё так? Да, господин Кирикова, приготовления к вечеринке идут как по маслу, без осложнений, без террористов. Тихо, тихо, тихо. Perfect side. Сейчас я подойду. Куда я там упаду, интересно-то? Сейчас топок-то докинуть надо. Выходит. Наверное, да? А, тут есть как раз топор. Метание топориков. О. Что? Блять, придется идти в бой, ребята. По-моему. Да? Блять, да. Все-таки в бой. Придется в бой идти. Где там комендант? Комендант этот. А, у меня на максимум стоит. Ох ты, ё-моё. Тихо. Да, блядь. Нет, 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 нет. Давай, давай, давай. Да, нет, нет, блядь, долго перезаряжать, сука. Нет, все, я сдох, короче. А, все. А! Блять, я вроде выполнил... А, нет, не выполнил задание, нет? А, пофигу, 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 давайте сохраняться. Аптечек, ничего нету. Не понимаю, что тогда делать. Добыть секретные сведения. Угу. Сбежать за ДФМ. Военно-морского флота. Ясненько. А, вот они. Значит, здесь сейчас надо как-то пробежаться. Что он стреляет так? Я не понял, что у меня пушка, что ли, плохая? Тихо. А, мне всех надо убить, что ли? По-моему, да. Блять. Бери. Если на этой базе вообще есть сведения о Черном Солнце,
что они где-то здесь. Тихо. Вечеринка на подлодке. Тихо. Наверх. Лодки, отплывающие с острова Кадьяк. Похоже, я нашел новую цель. Так-так-так, вечеринка на подлодке. Ну ладно, окей. Теперь-то куда идти? Оу! Теперь надо выбраться туда, как-то пробраться наверх. Наверх. Бля, это будет трудновато реализовать. Ой, это мой топорик. Угу. Бля, как бы сделать? Подкрепление-то не вызовут. Сейчас я сохранюсь еще раз. Но это круто. Так, я правильно иду? Ага. О! Твою дивизию, кто? Ну, у меня хоть жизни... А как они прибавились? Что, нашел? Сюда, что ли? Да, вот сюда. По-моему, все. Сейчас уровень закончится. Я на фиксном предготовлении завершены. Всем привет, Газуэн, как для отправки на Кадьяк. Спасибо. Все собрались в одном месте. Похоже, там вечеринка. Старый вояка не упустит такого шанса. Угу. О, граната. Точно. Граната! Ну так еще сказал по-русски. Граната! И куда мне далеко идти? Где-то подлодка ссаная. Не, у меня патронов-то уже нету. Как бы. Сейчас. Блять, кто? Кто? Где? Ты-то что тут делаешь? Вот. Отличненько. Угу. Так, давай. Подняться по шахте лифта. Отличненько. Ай, понял. Не, а, нет, стоп, куда это? Что это за звук? Угнай грузовик, ух, мать. Блять. Так, погнали, все. Сука, ты меня убил, на. Так, тихо-тихо-тихо-тихо, нету тут никого, нету. Эй, ты. Озверел совсем? Блять! Там же этот идет. Бля, я не знал, что он будет! Идите нахуй! Блять, все, мне пизда. Однозначно. Короче, туда надо вперед идти. Блять, еще так упал. О, с высоты. Ну да, туда надо навек. Навек. Сейчас тогда пойдем, проберемся. Погнали. Угу. Опа. Сейчас даже сохраню, чтобы по 100 раз это не подыхать. Значит, он впереди, да? Блять, сука. Твари, нахуй! Какой грузовик надо угнать было? Да где, куда, куда, блять, мне там надо угнать грузовик? Где он? Как-то, где? Какой грузовик мне украть именно надо? Ни черта не пойму. А что? Это как вообще? Погодите, мне все что сюда что ли надо? Нет, я не понимаю. Наверх тогда. Я не пойму! Куда мне там надо? А, я даже уничтожил гранаты, ебать. Я мощный. Блять, кто? На. Все, остался, наконец-таки. А, сюда надо? А, нет. Так, стоп, погодите, а куда? Не пойму. Угнать грузовик. Задание. Грузовик? А, нет.
Ну-ка, может, здесь как-то нужно попробовать. А, ну да. Окей. Так, давайте-ка сохранимся. Что там, большой людей, маловато народу, бла-бла-бла, короче. Что? Что-то тут можно было прочесть вроде. Или, а, или топор взять. Только топорик можно было взять. А, нет, прочитать можно. Донесение Филина. Внезапные сложности. Шифрованное донесение Филина. Н создает больше проблем, чем ожидалось. План под угрозой. Измененный план будет приведен в действие у огневой позиции на острове Кодиак. Н, это типа кто я, что ли, буду видеть? Ладно, пофиг. План под угрозой. Измененный план будет приведен в действие у огневой позиции на острове Кодиак. Ожидайте подробностей. Анкоридж будет принесен в жертву. Увы, это необходимо. Ожидайте подробностей. Они что, узнали, что я, что ли, тут буду? Что, блин? Я, короче, ладно, я пока не понимаю. Да неужели? Ууу, мать. Понеслось. Да ладно. Убило кого-нибудь там? Нет? Чмыри, блядь! На! Отлично, вот граната, блядь, тут вещь вообще жесткая, прикольная, мне нравится. Конфетка, найс. Так и чё мне? Где мне украть надо грузовик? Вперед, что ли? Или куда? Ладно, сейчас посмотрим. Так, это забираем. Вот этот грузовик или какой конкретно? Ебать! Опять начинается. Сейчас, стоп, 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 тихо! Мне же здесь не тронут, надеюсь. Не тронут же, не тронут, не тронут же. А-а-а, блядь! Все-таки тронут, блин. Вот же козел. Не, здесь уровни подлиннее, оказывается. Ну вот так вот. У Уилкинса. Погнали. Угу. Так я правильно иду? Погодите. Ну-ка. Блять, вообще не вдупляю. Где, и где это? Нет, косаная, ладно. Убиваем. Он сзади был, что ли? В смысле? Вот это поворот. Это неожиданность. Находился сзади. Ох, бля. Что, не попадаю в него вообще? Ох. Это жаль. Ну-ка, 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 ну-ка. Загнись нахуй! Давай. Спина горит, и ему пофиг. Ого, куда ты? А чё ты по факту не сдох вообще? Мне казалось, что ты сдохнешь сейчас. Просто вот так вот пострелять в него, и все, он же сдохнет. Он взял и не сдох. Засранец. Надо что-то сейчас придумать, в голову стрелять, что ли, ему. Блять, ну и... Да как?! Почему он не умер? Стреляешь, голову вообще нет. Боже ты мой. Как его обойти? Не хочу его уничтожить, вот в чем дело. А, его тут нет, он туда пошел, да, окей. Ладно, попробуем тогда здесь сохраниться. Надеюсь, я правильно все сделал. А, их двое? Их двое, ёб твою мать, в смысле? В смысле, их двое? Ой, блин. Я зря это сделал. Все, я понял. Я, их двое.
пидор. Их трое, твою мать! Что, серьезно? Так, так давай, блядь! А-а-а! Давай, 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 давай! Беги, 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 миленький! Тихо! Все, на второй сохраней. Давай, давай. Вон, можно угнать, давай. Давай, давай, давай! Мою душу грела мысль о том, что нацистов в Америке поубавили. Похрен, давай-ка. Я вернулся в Америку и выполнил задание. Я зачистил базу, но не до конца. Руки вверх! Живо! Я оплошал. Кое-кто уцелел и меня подловили. Я начал считать, скольких успею прикончить до того, как меня убьют. И тут случилось чудо. Что? Последний шанс! А ну руки вверх! Все нацисты упали, будто сраженные гневом Бога. Эй, Джерри, знать нашло тебя мое письмо. Сукин ты сын. Я глазам своим не поверил. Передо мной стояли Клайв Кросс, мой заместитель, и какая-то незнакомая женщина. Я знал, что увижу твою... Я думал, уже опускаешь. Сколько лет, сколько зим, Джерри. Я узнал одну крутую байку. Слыхал про солнечную пушку? Сынам Дресс написано. Ну и? Капитан Уилкинс, выпуск второй. Ага, отлично, остров Кодиак. А, значит, он вернулся и выполнил задание. Давай. Угу. Ладно, продолжаем дальше уже тогда. Выпуск второй, остров Кодиак. Ну, погнали, ну-ка. Ваше текущее отсоединение. Ну, как бы да, я ж... Выпуск первый-то прошел, сейчас узнаем, что черное солнце. Мы с Клайвом были вместе с самого начала. После дня Д мы собрали всех белых ворон, каких нашли, и создали скорпионов. Мы стали самым жутким кошмаром нацистов. Рад тебя видеть, Кэп. Пора ввести тебя в курс дела. Эта юная леди сумела отыскать нас обоих. Это Джинни Уильямс. Уильямс. Джинни Уильямс. Джинни Уильямс? Капитан. Я много о вас слышала. Да-да, взаимно. Как вам вообще удалось нас найти? Я потом объясню. У нас срочное дело. Мы мало знаем о солнечной пушке, но добра и энергии. Она как Дерби Штрафер, только в тысячу раз сильнее. Генерал Шварц готовит на своей подлодке вечеринку в честь первого запуска пушки. Ясно. Пушка нацистов. Создана нацистами, управляется нацистами, скоро утонет в крови нацистов. И все? Все? Ну ладно, окей. А, это здесь так и начинается. А, все, это эпизод Зера так и было. А, нет. Нет, все-таки не было. О, опять по яйцам. Ха. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, давай, гол. Опа! Вот так вот. А, у меня 9 патронов. Да блин, капец, да что за... Ходули, я как бы знаю, чел. Хватит. Так, что тут будет написано? Ну-ка. А, донесение Филина, выполняйте приказы. Так, цель на подходе, действуя по плану. Любое отклонение повлечет тяжелые потери. Цель не атаковать. При обнаружении отступите. Заманите цель в указанный район. Несоблюдение плана повлечет за собой массовую погибель нашего персонажа. За разрушение действуйте по плану. Я что ли? Куда не знаю, что я пойду. Ладно, уничтожь суперпушки. Уничтожь первую суперпушку. Чтобы уничтожить суперпушки, нужна тяжелая техника. Загрузка рукоков их же оружием. Ну ладно. Угу. Тогда сюда. Нам нельзя здесь находиться, а не приспособиться шампанское для вечеринки. Так. Ага. Ой! Не попал? Бляха-муха. А здесь же ведь робот. Твою дивизию. Тихо, 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 тихо. Остров Кодиак.
Блин, весело, он меня еще так не видит. Блядь, что это сейчас я не стрелял? Какой-то черта. Бля, робот. Может, гранату кинуть? Ага. А, у меня модифицировано уже. Отличненько. Так, у меня 16 патронов, правда. Все, да? Угу. Бля, этот еще вышел. Иди сюда. Он не может мне ничего сделать. Все, отлично. Я хочу это взять. Давай. Я надеюсь, вы уже на огневой позиции? Готов к бою. Готов убивать нацистов. Почему вы сводите все к убийству? А как еще? Кросс сказал, что он на месте. Поспешите. В ее возрасте меня бы взгрели за такие беседы со старшим по званию. Отец явно не учил ее манерам. Так, в общем-то... Я думаю, сейчас мы быстро эту миссию пройдем, что-то такое ощущение. А вот последнее остание, как и там будет, я же хз. Она же на орбите Земли, вот эта вот пушка вообще, по идее. Угу. И мы по факту, это же из эпизода Зира уничтожить суперпушки. По факту выходит так, что это же прототипы. Блять, я так и знал, там еще и дрон этот херов летает. Просто жесть. Не надо. Столько нам врагов. Ну-ка. Ноль. Так что прикажете мне делать? М? А. Вот оно как. Значит, мне туда надо вперед пробраться. Ладно, попробую. Бля, что ты творишь? Наверх, давай. Тихо. Бля, я думал, проскочу. Блять. Я думал, я проскочу, но нет, не вышел у меня ни хера. Придется мне подыхать. Или наверх, давай. У тебя может у меня и будет шанс. А, бля, кстати, у меня может и будет шанс. Ну-ка, погоди-ка ты, у меня сейчас шансик-то и будет. Или нет? Блядь, заебали. Нахер. Надо всех убить, что ли? Блядь, закрыто. Блять! Нет, не надо было этого делать. Блин, ладно. У меня еще гранаты есть. А, сейчас воспользуемся, короче, гранатами. Просто гранатами. Блять, больше не предупреждать. Поняли? Не так нормально играть. Так, буква F. Сейчас. О, блядь! Подыхайте там нахуй. Не умер, да? А, умер. Замечательно, нормально. Теперь можно сохраниться. Угу. Нет. А, бляха-муха! Все-таки, бля, он вот здесь. Дроны не залетят, надеюсь. Бляха-муха. И второй этот не зайдет. Где он? Он сзади, что ли? Подожди. Оу! Он с той стороны. Ну и вопрос, куда мне идти? Закрыто там, понимаете? А, мне пушку надо взять. Блять, ебать вы даете. Мне пушку надо взять. Вот что учредили разработчики. Пушечку нам надо взять. Блять, это еще трудно будет.
Ядерить, колотить, подыхать я буду, по-моему, много раз. Ну что, что мне делать? Ну вот, меня он убьет, у меня граната. Если есть граната, сейчас надо применить эту гранатку. Вот, правда, сейчас самое то. Давай, загружайся быстрее. Давай. Сейчас там, где этот, с лазером, надо сейчас именно идти туда и гранату кидать. Я думаю, это отличный план. Вот этого пиздюка надо убить. А, у меня нету гранат! Бля, а что делать? Я сейчас подыхать буду. Тихо. Блять. Жесть. Охуеть. Блять, у меня 26 жизек. Опа. Неожиданчик, да? Так, тихо, по-моему. Ну что-то вроде нормально идет, вроде как бы. Блять, робот ссаный. Блять, они еще не подохли. Иди сюда. Отлично. Что у вас можно забрать, блять? Никаких пушек нету. Блять, кто? Сейчас пиздец будет. Я прям сохранился так. Быстро надо сейчас оборачиваться. Как так вообще вышло? Ну это какой? Это кожаный уже нацист. Так, тихо, сейчас оборачивайся резко. Давай. Давай. Сука ебаная. Тихо. Отдышись. Отдышался, все. Все, окей, чики-пуки. Во. Найсово. Во, что-то там взорвалось. Или кто-то взорвался даже. О, взорвал. Сейчас взорвется. Не знаю, взорвал кого-то он там. Очень сильно надеюсь. Ну. Никого нет? Странно. Сука, блядь, как они бесят, эти тут здоровые. Они еще в последней миссии будут, кстати, да? Я вот уверен. Ну, кстати, сейчас сохранюсь. В принципе, с снайперской винтовкой нормально. В голову сейчас. Ой, даже снес. Опа. И тебя снес. Ух, тихо. Сейчас опять сохранюсь. Отличненько. Все? Зашибись. Ну ты последний остался вроде как. Да? Вы рядом с огневой позицией Альфа. Мощности этих орудий вполне хватит, чтобы взорвать суперпушку. Хорошо. Сейчас мы все сделаем. А, она сама открылась, умоляю. Надо было всех убить. Неожиданно, не правда ли? Вот я и зашел. Ага. Так, я помню, что в зеры. Ой, погоди. Так, сюда. Отличненько. Давай, вот. А, я думал, я промахнулся. Похоже, что вы справились с заданием, капитан. Этой пушки кранты. Как там Кросс? Не выходит на связь, а пушка цела. Может, стоит его проведать? Лайф работает тихо. Это не мой стиль. Я хочу, чтобы нацист взглянул в глаза тому, кто его убьет, и... С меня хватит жутких подробностей, капитан. Идите туда. Вдруг Кроссу нужна ваша помощь. Конец связи. Я хочу, чтобы он знал. Конец связи. Она что, отключилась? Окей. А, блядь, уж где кто? Кто где? В смысле, кто по мне сейчас стрелял? Я не понял. Что сейчас было? Мне кажется, Кроссу убили. Это печально.
Натягнем позицию бета. Погодите-ка. А куда ж мне направляться? Не сюда, что ли? Недоступно. Сейчас тогда возьму вот это вот. Откуда-то меня шмаляли же. А, сверху! Я все пока ходу лети, забываю. Угу. Ладно, хрен с этим, тогда без этого пойдем. Так, теперь вниз. А, сейчас опять офицеры будут. Я вот чувствую офицера, да? Бля, даже суперсолдат этот идет здесь. Ёб твою дивизию. Мне каранты? Много охраняет. Куда-то мне надо идти, покажите. Ладно, неважно. Узнаем. Там пушка есть. Это еще. Я сейчас ее возьму. Бля, по-тихому бы. Тихо. Тихо. Вижу немца, он меня не видит. Замечательно. Сейчас этот. Мне придется туда выйти. Давай, е. Отлично. А, заебись. Не успел. Отличненько. Давай. Блять. Меня опять сейчас убьют. Да ебать, кто меня там убивает? С другой стороны. Надоел же уже. Сейчас мне придется, по-моему, опять убивать робота. Я уже забываю, если честно, когда я сохраняюсь. Давай. Блять, он успел у меня! О, мать. Нормально. Кто следующий? Где? А, он, этот пиздюк меня стрелял, но он сдох наконец-таки. Все, ура. Все? Нормально, ладно. И куда теперь? Хорошо, что здесь офицеров нету. Штрамфах, так этот какой-то. Так, и. Еще где что? Бля, заебали, отходить уже. Бесите. А, мне вперед, что ли? Я мог просто проскочить, что ли? Или что? Нет. Так, стоп. Я запутался. Как мне быть? Куда мне идти? Я сюда пришел, да? Все это взял здесь. Уже переубивал здесь нацистов. И идти... Без понятия куда. А! Что-то связано с этим, блядь, вот я уверен. Или нет? Ага, вижу. Вижу, видел. Ага. Опять сигналы, ёб твою мать. 10. Тихо. Он ушел вниз, я его не убил. Нормальненько. Так. Там еще этот идет. Не знаю, убивать его или нет. Блять, он был рядом. Видит он меня, интересно? Видит? Ты видишь меня или нет? Не, он не видит. Ну-ка, погоди-ка ты. Давай, бляха-муха. Блять, его не убил? Вот так вот не убил? Да ладно. Пиздец, конечно.
Оу-оу-оу. Надо выходить. Оу! Походу, мне надо менять тактику, нет. Не-не-не, мне надо менять ее. Сейчас, тихо-тихо-тихо. Он так посмотрел еще, если честно. Сейчас это поезд будет проезжать. О, отлично, все. Давай сейчас. Блять. Бляха, муха. Блять, беги, 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 беги. Опять меня сейчас убьют, да ёб твою мать. Их дохуя здесь. Блять, сюда вниз. Ой. Сохранение. Выжил как-нибудь. Выжил, 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 выжил. Обязательно выжил. А, все. Умер. Ничего страшного, ничего страшного. Сейчас мы всех их убьем. Вышел и все, я офицера убил. Все, сейчас выживем. Нормально все. Все норм. Так, главное сейчас не беспокоиться, не беспокоиться. Сейчас после выстрела я убью. Ой, после выстрела убью, говорю, сохранюсь. Блять! Нет, только не меня, только не меня, только не меня! Бля, там еще один остался, надо сохранять. Только лишь бы не убил. Угу. Кто-то еще идет? Блять, кто еще? Кто еще? Кто еще? Кто еще? С отсюда, что ли? Нет. Не заслоняем взор, я, блядь, стрелять не могу. Это смешно, если честно. Все-таки так говорят Римбо. Не стреляй. Ой, не заслоняй. Я не могу стрелять. Блин, ну ладно, сейчас тогда... Они только с правой стороны. Они только с правой стороны, и все. Больше... Блядь, да что за... Да заебали! Так, вроде сейчас должны... Не должны, точнее, меня убить. Прошу, пожалуйста. Сохраните мне жизнь, задолбали. Сколько раз уже подыхаю здесь. Блять. А, это поезд? Я думал, это и этот уже идет. Большой. Съебали уже. Ну-ка. Что я сделал сейчас? Бля! Ой, твою мать! С двух сторон, с двух сторон. С двух сторон. Я не понимаю, что происходит, куда мне идти? Пиздец. Это жесть, конечно. Однозначно. Так, сейчас, это может мне применить это все-таки? Что я открыл, вообще не понимаю, куда мне надо. Стоп, что? Сюда, 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 сюда. Найти огневую позицию. Хуй знает где она. Что я открыл? Только что. Как улетел. Нормально, чётенько так. Так, два патрона. А, ну нормально сейчас. Мне не должны стрелять, мне должны не стрелять. Мне сюда, сюда, сюда. Отлично. Блять, ты чё творишь-то, ё-моё? Алло. Не надо. Угу. Оу. Кто это сделал? И куда идти? Наверх, что ли? Тихо, тихо. Блять, что ты творишь? Наверх тогда. Ладно, я пошел наверх. Я сейчас вообще не соображаю, что тут надо делать-то, собственно. И все? Хм, не... В душе не грибу. Где он? Ладно, давайте его кикнем. Прикольно, если бы его сбил бы поезд. Ну только не говорите, что мне их всех надо уничтожить. Ну серьезно. Это бредятина. Бредятина. О, блядь, их. Их дохуя здесь!
А, отличненько. Давай. Я за это сохранюсь. Давай, где ты? Тут уже еще остался враг. А, во. Нормально. Так, я тихо уничтожил все. И что дальше-то? Куда? Вот что я сделал? Куда идти? Я реально не понимаю. На бой, что ли? Рвану бой. Рвануть. А как он так и едет? Не пойму. Открывается и... Непонятно. Для меня непонятно, куда надо вообще идти. Что-то открыл. Непонятно что. Вот только действительно. Хорошо, что мы всех переубивали, но... Я не знаю. Может, мне надо как-то на поезд надо забраться. Ты, я не понимаю! Нас сбросить надо. Это нам не нужно. Здесь нету ничего, нету. А куда тогда идти? Здесь тоже нету. Не, я не знаю пока что, куда. Когда поезд может быть, что мне кажется, с поездом связано. Нет? Чё открыл? Сектора, что ли? Блять, них вообще непонятно. Сейчас поезд будет. Сейчас. Это откроется, короче. Да, она должна открыться, наверное. Ну-ка, давай. Должно что-то быть. Давай. Ну мне как-то пробраться надо. А, сюда? Ну ёпту, её дивизию. Ну даёте. Не убьёт меня, не увидит. Надеюсь, никто. Блядь, кто-то идёт. Механический такой. А, нет. Бляхмуха. Да, блядь, гранату бы кинул, ё-моё. Почему здесь... Господи, этот звук, если честно, меня бесит. Причем, блядь, еще кто-то слева стрелял. Я слышал, я чувствовал. Ты дивизия. Ну, капитан Уилкинсон потруднее. Потруднее. Тихо. Тихо, 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 тихо. Давайте вот так вот сделаем. Робота тоже надо сейчас грохнуть. Дай. А, у меня нету патронов, я сейчас чихну. Ладно, сейчас сохранить или... Или нет, не чихну. Тихо! Какое тут мощное оружие? Вот это вот. Ага, отличненько. А, отличненько. Ну, тут нет офицера, это нормально, это нормально, это нормально. Кто-то там... А, кто-то еще есть. Все, 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 сдох. Грохнул. Блять, засранец. Блять, тут там еще идет. Кто? Не-н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 е. Не посмею. Тихо, вот. Ага. Так, отличненько. Кто-то, блядь, опять идет вроде. Нет? Не, никого нету. Что это? А, во. Никого нету. Так, давай. Где это? А, вот. Ага, вот так. Давай, 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 хватит, все. Попаду? Джерри, прием. Конец пути. Почему? Не устраивай сцен, просто сдайся моим друзьям, ладно? Что? Не понял.
Они тебя поймали? Я шпион, дубина. Я всегда был на службе немецкой империи. Клайв Кросс — не настоящее имя. Я снял жетон из какого-то дохлого унтерменша. Сдавайся. Вот сука. Вот так вот, друзья, действительно бывает. Погоди-ка ты, ё-моё. Мне сейчас придется выжить. Пиздец. Меня предали. А я думал, он сейчас будет мёртв. Он предателем будет. Выходит, да? А, отличненько. Неожиданный поворот. Капитан, прием. Да-да-да-да. Ага, он уже пытался меня убить. Я не знала. Он пришел ко мне и сказал, что поможет найти вас, а я поверила этому гребаному предателю. Спокойно. Где вы сейчас? Где мне искать Кросса? Он сидит в суперпушке и наводит ее на меня. Мы должны ее уничтожить. Повредить суперпушку. Ёб твою мать. Так, погоди. Этот гаденыш все время помогал нацистам. Ладно. Ладно, окей. Вот же сука. А, вот это все здесь? Я так настроен, это что? Посмотреть, ну-ка. Записка офицера Вебера. К сожалению, мне тоже ничего не удалось разузнать. Даже не верится, что при таком количестве важных гостей генерал никого не посвятит свои планы. Угу. Вы видели список гостей? Он просто нереальный. Там даже самые крупные шишки. Мне сделали выговор за то, что я задаю слишком много вопросов. Попросили оставить эту тему в покое. Но с каким-то списком, с такой секретностью, нас ждет что-то очень крутое. Все, больше вопросов не задаю. Не хочу остаться без приглашения. Ведь там будет столько важных людей. Осталось всего неделя. Не будем портить себе сюрприз. До встречи на вечеринке. Угу. Окей. Погнали. Так, погодите, что? Какой-то звук. Доставить боеприпас. Куда, где, что? А, сюда идти надо? А, сейчас, погоди. Погоди. Блять, мне реально... Угу. Сейчас доставим. Я даже не падаю. А, у меня нету, кстати, бляха, муха, у меня же нету теперь топора. А, есть. Тихо. Открытие раздвижные двери. Здесь не должно быть нацистов. Блять, и где их взять? Ой, где их открытие? Сверху. А. Давай. Нет, сука, нет! Блять! Пока ты все это сделаешь, тебя убьют уже! В пизду! Короче, буду стрелять. Только стрелять. Короче, как-то так вот. А ведь это не последнее задание. Не последнее еще. Никецу. Вообще нет. Угу. Тихо. Еще раз сохранюсь. Мало ли. Так, ну и где они? Тихо. Похрен уже, все похрен. Блять, ну стреляй, давай. Ага, отлично. Кто там? Жопу, ага, отличненько. Тихо! Бляха-муха, они с оттуда выходят? Бля, это жесть. Офицеров-то нет, а чё их так многовато будет? А. Всё, тихо, успокоились? Ага. Никого нету, замечательно. Бля, сколько это все делать надо? Аккуратно. Сейчас, дружище. Убивать будем. Это сейчас. Капитан, прием, капитан! Это Кросс, он... Что там, Кросс? Черт, я скоро приду. Бляха-муха, мне еще через это пройти надо. Гребаный насос. Ну-ка, погоди.
О, отлично. Они ничего не собрали, кто сдает? Ладно, еще раз, что там здоровяк этот есть. Тихо. Ну, раз так, то погнали, ладно. Сейчас тогда другую пушку... Ага, вот такую вот. Бля, их много? Их много, да? А еще этот подошел. Отлично. У меня 166 жизнек, отлично. Нет, 129 уже. Так, отлично, еще раз сохраняемся. Ага, это все там. У меня нету ничего. С трех выстрелов или с двух там он меня просто убил. Взял, ё-моё. Ладно. Тогда по башке надо стрелять. По башке. В любом случае по башке надо было. Блять. Давай. Да иди-то нахуй! Столько отнимаешь. Уёбище. На. Блять, теперь меня будет бесить. Это бесить, 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 бесить. Надоело мне это уже. Когда эта миссия кончится, уж раздражает. Серьезно. Ни гранат, ни хуя. Короче, мне автомат нужен. Автомат. Вот. Блять, пошел нахуй! Короче, сюда иду. Так, я перемещаюсь, и я здесь сохранюсь. Угу. Где он там? А, это не он? Бля, хомуха. Тихо. Ага, ага, ага. Все, подох? Нет, бля. Бля, не знаю, если честно, подох он или нет. Давай. Все? Ёкарный чел. Короче, сейчас. Если он не умер... А, это другой. Ну ладно, не оставим ему его. Сейчас пушку-то тут возьму. Бля, вот, охуеть. Замечательно. Покинуть уровень. Что там? Что там? Бля, да ты издеваешься, что ли? Да ты заеб... А чё он не сдыхает? Алло! Что это было? Какого хуя? Что это было? Что за бред? Сколько... Вы видите, сколько раз я в него стрелял? Пыц, 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 пыц! Блять, еще и сзади, наверное, 100%. Сука. Во! А почему тогда я... Ну, я по телу пока застрелил, но столько все равно патронов. Ого. Так, я пока пушку эту... А! Сука. Тихо, тихо, тихо. Да кто стреляет? Вниз. Отлично. Так. Бля, там выходит еще. Перед носом. Ну как перед... Ну да. Хотя... Нет, это же не граната была. Нас же убили. Точняк. Бля, и как быть? С такими жизнями. Да хоть с таким оружием. Что делать? А, блядь, граната это все-таки. Твою мать. Я был прав. Разряжено все. Пизда. Вниз. Все, 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 сюда вниз. Фух, фух. Отличненько.
замечательно. Надо выжить. Блять, где они меня там убивать собрались-то? Ага. Как сюда? Как 25? В смысле? Что за... Блять, что в этой, блять, компании происходит? Она реально что сложноватое. Пока что я скажу, вот это сложноватая компания. Даже про Джо было очень легко. Про тихую смерть я вообще молчу. Пиздец, то есть он упал вниз и начал стрелять или где? Я его не видел. По-моему, да. Да. Так и произошло. Ну и? Блядь, короче, задолбалось. Сохранюсь еще раз. Вот ты сейчас из какой-то точки, блядь, будешь стрелять. Угу. И, ой. Вот опять стреляет. Выходи. Вот он ты. Там никого рядом не было. Ах, жаль. Взорвался бы. Но нету, так нету. Так, ну-ка. Воу-воу-воу, последний осталось. Тихо. Голова, голова, голова. Отлично, все. Ёбаный хуй! Чуть-чуть. Бля, куда бы пойти бы? Бля, страшно, он еще быстро так идет. Так он умер или нет? Блядь. Сука. Да, наконец-таки я сдох. Капитан, нам нужно поспешить. Крот может выстрелить в любую минуту. Ладно, попробую. Буду импровизировать. Да и что, все по кентюрам еще что ли надо? Не понял. Куда мне надо? Засунуть эту пушку или как? Или что-то найти надо? Сейчас. Стоим бы. Ну и... Да все, хватит, опустись ты, ё-моё. Вот. Угу. И. Что-то странное, что тут намечается. Доставить испорченный снаряд. Ага. Бляха-муха. А, наверх теперь надо идти. О боже, я сейчас найду... А, никого нету. Слава богу. Все? Ага. Даже не верится, что ты сумел выжить, Джерри. Но ты всегда был крутым говнюком. Я собираюсь врезать из суперпушки по той малышке и снести вместе с ней почти всю Аляску. Это если ты не сдашься. Никогда не сдамся. Ответ неверный, Джерри. Огонь! Давай. Один вопрос, Клайв. Ты помнишь Рим? Какой Рим? Рим? Черт возьми, при чем тут это? Вот сука! Что, вспомнил? Увидимся в аду, Клайв. Нет, отмена! Отменяй ее! Мой самый верный друг оказался нацистским... А что, все сдох? Я ему этого не прощу. Есть что? Напрасно ты предал меня, Кросс. Что скажешь перед смертью, сраный предатель? Я думал, в конце он будет. Эх. Чтоб тебя, Джерри. Еще мечтаешь о победе? Каждую секунду, твою мать. Увидимся в аду, старина. Измена Кросса стала ударом, но задание продолжалось. Опа, теперь с девчонкой. К счастью, я был не один. У нас еще есть возможность попасть отсюда на подлодку и сорвать запуск Зоненгевера. Вы там как? Справитесь? Шутите? Я обожаю убивать нацистов. Господи, зачем вы так говорите? Что? У вас что? На уме только смерть и убийство? А вы о чем думаете? Это война. Тьфу. Мама верно про тебя сказала. У тебя по жизни одна волынка.
Мне дали задание, я буду убивать и стрелять. Слушай, я сражаюсь уже 20 лет, чтоб тебя и... Постой. Твоя мама? Да, идиот. Моя мама, Генриетта. Я твоя дочь, глупый ты раздолбай. Моя? Вот и батя нашелся. Неожиданно. Баба туда-туда. Пью. Да. Вот так вот. Отличненько. Так, доступно, все, давай. Тогда последнее задание, вот начинаем, бля. Неожиданно. На каком уровне сложности я играл? На третьем? А я думаю, что я так подыхаю? Ну ладно, на двух будем. Я уже просто подустал. Последнее задание, давай. Ну-ка. В 30-е меня взяли в армию. Ну? Боевая подготовка была адом. Но я думал лишь о ней, о моей дорогой Генриетте. Она была мне дороже всех. Она дала мне цель в жизни. Я почувствовал себя нужным. Мы хотели сыграть свадьбу в день, когда я вернусь домой. Но этот день не настал. Я не вернулся домой и больше не слышал о Генриетте. Ох. Ты знаешь, что нужно делать. Ты только вернись. Нам нужно еще о многом поговорить. Космос? А? Да. Космос. Береги себя, ладно? Ты будешь заперти с половиной немецкой армии. Вот тут ты ошибаешься, Джинни. Заперти я. Это они будут со мной. Еще такого выпадет. Мой лучший друг оказался нацистом. Я нашел свою дочь. Генерал Шварц хотел взорвать кусок Америки, и я должен был ему помешать. Я хотел убить всех нацистов на своем пути. О, как. Ну-ка, все, выбраться из доков. Я пробыл в Америке всего пару дней. Мой друг оказался сраным нацистом. И я нашел дочь, о которой даже не знал. Я был в шоке. Естественно, блин, а то сюжет действительно уже более нормальный. Так. Как-то теперь его посмотреть. Остановить солнечную пушку. А запуск ее будет осуществляться конкретно здесь, выходит. Ну окей, ладно. Так. Блин, а мне надо... Тихо. К счастью, на подлодке меня ждала целая куча нацистов. Блять, суки. Это вот плохо, то, что ждали куча нацистов. Я думал, в космосе будет задание, кстати. Тихо, блядь. Да какое оружие? Ой, я думал, что тут здесь стоит уже. Ё-моё, испугали. Вот, давайте, вздыхайте. Ага, и это мы тоже забираем. Блядь, что за хуйня? Патронов, что ли, не осталось? Я даже не увидел что-то. А, ну да. Блядь. Как они меня так выносят? Да херища жизик. Ну вот, извините, ну правда, я удивляюсь. Тому. Ну и все. Так, здесь. Это нам пригодится. Что тут опять? Приглашение от генерала Шварца. Многоуважаемый гость. Генерал Вольфганг Шварц лично приглашает вас на главное мероприятие современности. Так, вы один из немногих, кому выпала честь увидеть начало новой эпохи германского господства. Вы станете свидетелем величайшего чуда истории человечества. Отправляйтесь в город Анкоридж на Аляске на персональную экскурсию по суперсовременной военной базе, построенной в этой прекрасном северном краю. Не забудьте взять с собой свои воинские регалии. Мы с нетерпением ждем вас. Так, ладно. Здесь, блядь, еще достаточно нацистов. Бля, тихо. А, вас двое. Блин, я ничего не сдох. Нормально, так они сдохли. Нормально. Вот мне понравилось это.
Здесь никто не должен быть. Все. Здесь они погибли. И куда дальше-то? Боевые ходы. Я помню. Ну спасибо, что напомнили. Окей, ладно. Что, не сюда? Тихо, теперь туда. Угу. Я надеюсь, я правильно иду. Угу. Да. Все верно. Опять записка. Это за письмо Клайва Кросса. От кому генерал Люкан Шварц? От Филин. Так, наконец-то я могу отправлять вам послание без этого дурацкого шифра. Это, кстати, старый ублюдок меня ему научил. В общем, мы загнали Уилкинса и его дочь в угол и готовы передать их вам. Правда, цель придется значительно искалечить, иначе он может сбежать. Я видел, как он выкручивался и при худшем раскладе. Я рад, что моя 10-летняя охота наконец-то завершена и готов к возвращению в Берлин. Надеюсь, вы выполните свою часть договора. Мы обсудим все это через пару часов. Кросс. Угу. Он же, зараза, все-таки предал нас. Гаденыш. Так. Тихо. Тихо! Да неожиданно, если честно, что он прибудет предателем, это вообще, ну... Никто этого не ожидал, вот, серьезно, ты тоже не ожидал, вот скажи. Ты уже внутри? Что за черт? Вон из моей башки ведьма. Это переносная рация. Тебе сколько лет? Вот эта хрень? Я думал, это чтобы в уши вода не лилась. Ты надел ее под водой? Ладно. Я нашла на базе какой-то план. Если пойдешь дальше вперед, то столкнешься с основными силами противника. Я не против такого расклада. Я устрою кровавый пир и... Это глупо. Около тебя есть технические люки. Врагов можно обойти. Иди туда. Погнали. Было странно получать приказы от так, дочери, куда? Но она была права. Задание важнее. Я бью нацистов не ради забавы. Так, и... Куда это? А, еще наверх надо, блядь. Сколько? Ой, еще раз. Ой, теперь сюда. Ладно. Ага. Так, погодите-ка, теперь тут надо сохраниться. Нам... Ага. Ага, окей. Что тут здесь? Здесь ничего. Блять. Ну. Во. Золото. Так, это... Мне не особо важно это... Но я не понимаю, куда дальше-то идти. Запутался вообще. А, сюда, вот, вижу. Так, пройти через торпедный отсек. А, наверх надо. Давай. А. Патроны есть. Пока что я буду этим пользоваться. Отлично. Что за черт? В смысле? Больше это от этой охраны теперь тоже надо вот так. Тихо. Бляха-муха, стоп. Это внизу? А, ну да. Тихо. Угу. О, вот как. О, он меня увидел и вес... Вот. Ага, отличненько. 200 у меня жизнек? Нихера себе. Нормальненько. Нас потери! Где этот... Потерник? Вот он, да? Как бы это... Тихо. Тревога, требуется подкрепление. Ну, это да, но меня-то они не видят.
Они же меня все-таки шьют опять. Записка офицера Нойера. Прости, что пришлось отменить нашу карточную игру, но генерал уже измотал меня своими нелепыми приказами. Он разбудил меня вчера посреди ночи, потому что ему вздумалось пойти на охоту. Мы отвели его в лес, а через час он начал беситься, когда мы навели его на дичь. Оказывается, он хотел поохотиться на Унтерменш и думал, что у нас есть лишние люди. Всего неделю назад он приказал перебить всех жителей из всех базы, а теперь вот это вот. Я слышал, что он устраивает отличные вечеринки, но это уже маразм. Скорее бы закончил... Подождите, Ноэк, да? Я слышал, что он устраивает отличные вечеринки, но это уже маразм. Скорее бы закончился этот месяц, мы устроим свою вечеринку, когда генерал едет. Если он до этого не загонит нас всех в могилу. А-а-а. Ну ладно, все-таки в каком-то плане все-таки, ну, интересно вот это вот читать. Дополнительно... Бля, они меня не видят, что ли? Ох, бля! Нихера себе. Вот это да. Кто меня так? Кто-то пойдет сюда или нет? Буду сверху убивать. О, собака. Куда она улетела? Интересно. Кто там? Выходите, выходите, выходите. Сейчас сохранюсь еще раз. Твою дивизию и... Что-то у меня 200 жизнек и не отнимается. Странно. Так. Максимум. Странно. Ну, у меня тренер-то и не включен. Нет. Отличненько. А, все-таки да, работает. Я уже испугался. Ага, отличненько. Бля, 32 патрона. Плоховатенько. Что? Что ты сказал? Иди сюда. Где-то здесь рядом. Ага, отлично. Где там говорил? Только где вопрос? Блять, я тебя не вижу, нихуя! Чел, я тебя не вижу, блять! Просто уходим. Все нормально, все нормально, все нормально. Живем, живем, живем. Аптечки, патрончики, все. Хоть одного убили, но все равно сохранюсь. Так, и. И. Блять, где-то тут еще остался. Тревога еще. Блять, перезарядка ссаная. Нет! Угу. Блять, меня убили. Хотя там аптечка была, я вот нажимал, и в итоге ничего и не случилось. Блять. Господи, что это за. Ладно. Так, надо какое-то оружие определенное взять. Вот пускай это будет. Давай. Отлично. Кого-то убил там? Да, этот идет, да. Я думал, уже сзади кто-то стреляет, мне не надо. Да херел! На. Самый раз, да? Оу, ее! Да, самый раз. Кстати, найс. Nice. Замечательно. Здесь больше никого не будет. Так, патроны мы взяли. Так. Блять, где этот? Здесь что ли выходит? Выходит здесь, да. Ага. Не сюда. Все. Последний оставался. Вроде как. Вопрос, куда идти все равно. Пройти через торпедный отсек. Сюда, что ли? Нет. Интересно. Сейчас я сохранюсь. Мы, конечно, всех перебили. Теперь я не понимаю, куда нужно. Сюда.
Нет. Сюда так... А, ну да. Сюда, наверное. Ок. Да, сюда. Ты разве не слышал, что сказали насчет перестрелок? Эй, они первыми начали. Я не хотел драться, клянусь. Серьезно? Нет, мне понравилось. Отсюда ты сможешь сразу попасть в казармы. Только постарайся не шуметь, капитан. Ага. Эй, Дженни, зови меня папой, ладно? Я подумаю. Потом она скажет, я пошутила, и не твоя дочь. Пошел нахуй. Так, и чё, и как? На трубы выходит? Угу. Так, через казарму надо пройти. Так. А что бы она сказала, если бы я тихо все сделал, прям реально тихо? Интересно. Но проверять я это, конечно же, не буду еще раз. О, все. Давай, о, опять сюда. Опять, да! Вообще, господи, как мне это надоело, реально, мне уже... Это... Я когда вижу вот этот вот обнаруженный сигнал, мне страшно, пипец. Тихо. Ну-ка. Пизду, не... Ой, блядь, я... Нет. Не-не-не-не-не. Где тут 50-29? Нахуй такое? Это надо... Я даже не знаю как. Топором тоже не кинуть, по идее. Тихо. Меня не увидели. Все нормально. И вот... Модифицировать бы можно? Хрен там был, нельзя. Нет. Нельзя. Нельзя. Я не понимаю, если честно, как сейчас еще раз сохранюсь. Я не понимаю, как мне быть. Все тихо. Ага. Это Шварц. Я думал, с вами покончено, но, видимо, Филин оказался не столь полезен. Блять! Впрочем, не важно, эта комната станет вашей могилой. Никто не помешает запуску Зонненгевера. Угу. Бля. Давай, закрывайся. Отлично. Я ненавижу этих роботов. Зонненгевер. Это значит, событие происходит... А, до, ага. До Джо. Ой, после Джо, точнее, после. Извиняюсь, я заговорился, если честно. После Джо. Так. Ага, отлично. Подкрепление. Блин, да похуй мне это подкрепление. Давайте сюда его. Я размочу их. Так, я все подкрепление в пути. Зараза! Надо было побыстрее все сделать. Они-то идут сейчас. Они идут. Так, стоп, сейчас. Давай, иди сюда, где тут. Все? У меня сейчас жизнь столько. Угу. Так, я опять пошумел, но мне пришлось это сделать. Так, сюда. Я забыл обычную жизнь. Думал, погибну в бою. Может, этого я и хотел. Погибнуть от рук нацистов. Но когда я нашел Джинни, у меня появилась причина бороться. Причина жить. Угу. Так. Шварц был рядом. Близился финал моих странствий. Я хотел взорвать этот Зонненгеверер солнечный. Правильно, я тоже не могу это выговорить. А, наверх не может? Погодите, а куда мне надо? Стоп, что? Еще раз. Наверх еще тем более, до банкетного зала. Так понимаю, мы Швальца этого убьем, да? Ага.
Филин, значит, это предатель был. Так, сегодня показатель уже сразу начался быть в Российской Небесской Империи. Так, отлично. Я пригласил вас всех. Добраться до Генерала Шварца. Ага, погодите. По-моему, сейчас все закончится. Блять, первое. Отлично. Куда мне там направляться надо? Погоди. В этом эпизоде вообще будет говориться, куда мне надо направляться? Тихо. Отлично. Вот, сейчас. Блин, чего? В смысле, чего это я не попал? Отлично. 11. Здесь собака? Подождите, мне, может, сюда надо, нужно? Он переместился, в смысле? Приятного аппетита, господа. Это ваш последний ужин. Пиздец, мне как меня могли обнаружить? В смысле, почему? Как? Что? Джеральд Уилкинс, говорит, убить его. Веселье закончилось. Меня не видит. Спустись-ка сюда, чтобы мне было удобнее оторвать тебе башку. Ты как таракан, Уилкинс. Осколок древней эпохи. Но ты не уничтожишь наше величайшее достижение. Сейчас я доберусь. Очевидно же. Так. Ну не знаю. Выходит. Погоди. Сейчас, стоп, погоди. Сейчас. Похуй. Тихо, мне не дал. Да, блять, я в него стреляю, ёпту, дивизию. Кринж. Я в него видели, я в него стрелял, а ему как бы реально пофигу. Нет. Блять. Нет. Вот это вот, я вот это уже на банкете этого не ожидал, чело, серьезно. Блять, и что делать? Алло, нахуй. Пошел. Я вот этого я реально не ожидал. Как здесь вообще это чудо вообще могло быть здесь? Да блять! Отъебись ты нахуй! Ублюдище! Сюда. Что это было? Дебилизм! Стреляешь нацистов! Нихуя не подыхают! Как их убить? Как их убить? Это же бред! Полнейший бред! Пиздец, ну это ладно, это я зря сделал, естественно. Опять я Хотя похуй мне. А, я жив? Блядь. Ой, ё-моё, в какое я говно себя затянул? И куда мне идти? Что? Блядь, иди нахуй от меня! Что? Ну, 33, давай автосохранение. Дай сначала. Окей. Что будет вообще? Пиздец, заново все. Ну, давайте заново. Нам нравится, чтобы я заново играл. Heute findet das wahrscheinlich wichtigste Ereignis in der Geschichte des Deutschen Reiches statt. Sie wurden persönlich ausgewählt, um Zeugen des Starts der größten von Menschen gebauten Waffe zu werden. Heute starten wir das Gewehr. Ладно, я пересохранюсь, потому что я и так там подохну. Куда идти? Знал бы я, если честно, но тут их надо расхерачить. Такое ощущение. Сейчас, это туда надо идти. Или... Ой, тихо. Блять, как ты мог за... Приятного аппетита, господа. Это ваш последний ужин. Блять, меня уже заметили, заебись. Давайте сюда, вот сюда, я здесь буду.
закончилось, Шварц. Спустись-ка сюда, чтобы мне было удобнее сорвать тебе башку. Ты как таракан, Уилкинс. Осколок древней эпохи. Но ты не уничтожишь наше величайшее достижение. Блять, а какую пушку взять? Никакую, видимо. А, вот, есть. Гляньте, он еще жив, ему ногу такую, да? Гляньте, он. А, вот. Опа, опа, опа. По-моему, я надеюсь, сейчас уничтожу его. Сука! Блять, как она еще не сдохла. Я... Хорошо, что это последнее задание. Последнее задание, она меня заебала. Как и дополнения, кстати, уже, честно, надоели. Нахуй, иди. Тихо. По-моему, тут надо перебить всех, я вот думаю. Цель этого сейчас конкретно задания убить всех. Дробаш говно сейчас был. Полностью говно. Ну и что? Они меня так убьют? Интересно сейчас, если я сохранюсь. Убьют они меня так? Блять, попадают, суки, все-таки. И могут убить. У меня даже 30 жизней. 30. А, у этого надо... Так, стоять. Я же так могу сверху их убить. Кстати. Сейчас убью, блядь! Сейчас убью. Стоп, и... Ага, вот. Собака, давай. Отлично. Очень много смертей будет здесь. У них. Ага. За это можно сохраниться. А где Шварц этот находится? Тихо. Что, сдохли, все? А что, все? У меня нету патронов? Да, нет патронов. К сожалению. Ух, бля, вмазал как. Ё-моё. Ну, срывайся ты, чёртова железяка. Блин. Сейчас, ладно. Все равно спускаться буду, я так думаю. Блин, сейчас. Ну, он почти взорвался, почти. Я был почти близок, ё-моё. Сейчас. Е. Может, гранату им или что там. А, о, отлично. Топор всё-таки помог. Так, а этому-то не поможет. Блять. Что у меня есть? У меня есть вот это... Это 20 осталось. А! Да ладно. Я и забыл про это. Кто там сдох? Много? Кто не подох, блять? Как улетел, блин, видели? Ладно, все, хватит баловаться. Где там еще один есть? Погодите, чего в смысле? Еще один? Добраться на лифте до Шварца, все. Отлично. Бойцы скорее на мостик. Пора прикончить эту. Да. И куда мне идти?
Сейчас я тут пожру. Вкусненько, блин. Я после записи тоже поем. Я очень сильно хочу перед сном есть. Вы заметили время? 4 часа утра уже. Почти 5 часов утра. Я играю еще. Так, здесь, блядь, сейчас последняя битва, такое ощущение будет. Добраться на лифте. А где лифт? Можешь показать? Так, ага, наконец-то мне показали в этом дополнении, куда идти. Лид Ганс? Бля, поиграть нельзя. Сюда. Сюда же? Да, о, отличненько. Все? Кварц, ты проиграл. Отойди от пульта. Ни хрена себе. Проиграл, Уилкинс? Ты хоть знаешь, да, кто я? Если... У меня великая миссия. Меня не остановить. Давай, убивай, убивай. Выстрели, и я дерну рычаг, чтобы включить пушку. Бросай оружие, если не хочешь, чтобы твоя любимая дочка стала первой целью. Сука, твоя взяла. Ну и что? Старый дурак. Давай быстрее, убивай, быстрее, 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 быстрее. Блять, быстрее. Нет. Что нет? Что? Не понял. Не работает? Стоп. Что происходит? Папа, прием. Пришлось повозиться, но я смогла вырубить все спутниковые антенны в районе. Думаю, они остались без связи с космосом. Оу. То есть солнечная пушка не выстрелит? Могу порвать в клочья этого прекрасного? Да, сэр. Задай там шару. Ну-ка, покажите. Понял тебя. Все? А. Работай же! Черт подери! Ха-ха-ха! Ну все, пиздате. Капитан, мы с вами друг друга не поняли. Может быть, все обсудим? Будет диалог какой-то? А если не убивать, погодите, что будет? Давайте обойдемся без рукоприкладства. А, все. Ой, а, и все? Я думал, голову оторвешь. Угнать подводную лодку. Угнать подводную лодку. Каким-то. Все. Пап, ты молодец! Ты вернулся. Ну да, задание выполнено. Ты тоже хорошо справилась. У нас здорово вышло. Ага, все. Знаешь, пап, мне кажется, мы отличная команда. Может, еще повоюем? Что скажешь? Мы здорово сработались. И так не хотелось расставаться с сапогами. Солнечная пушка до сих пор на орбите. У нас еще много. Но этого мы не узнаем. Как-то вот так вот. Все на этом заканчивается, да? Дополнение ничего больше не скажет. А, ну да, в общем, собственно, вот и все. Ну что ж, я уже прошел все дополнения Wolfenstein 2 The New Colossus. И что теперь можно про них сказать? Ну, во-первых, ну, самое интересное было, это все-таки про девушку, когда она мстила за своего мужа. Это прям, ну, там хоть по-простецки было, но более интереснее. С капитаном Уилкинсом, ну, как-то, ну, похуже, а приключение Джо вообще не понравилось. Ну, то есть, вообще, к сердцу даже, ну, не приближено. Ну, это хоть как-то, да, это хоть как-то понравилось. А, при, ну, а Джо нет вообще. У-у. Ну, что ж, на этом все. Советую ли вам сыграть эти дополнения? Знаете, если вы заядлый фанат Вольфенштейна, да, я все-таки советую. Но если так просто игрок... Не. Просто если так поиграть, ну, просто вы хотите поиграть в Вольфенштейны, то, ну, не. Не надо. Типа, вы ничего от этого не потеряете, они... Короче, не настолько интересны. Как-то даже непривычно играть за других персонажей в серии Вольфенштейн. Поэтому вот так вот. Ну, а этому дополнению я ставлю... 5,7 из 10, где-то вот так вот. Ну, блядь, ну... Ну, она не то, что плохая, она, ну, средняя. Как-то вот так вот для меня. Так что на этом все. Я сказал уже про дополнения, какие понравились. Ну, в принципе, все.
Наконец-то я прошел, теперь буду начинать проходить Youngblood, и потом... нет, сначала я буду проходить Elite Guns, я захотел все-таки вот Elite Guns сначала пройти, а потом я уже буду играть в, ну, Wolfenstein Youngblood, и посмотрим, что там будет... она будет лучше второго The New Colossus или нет. Ну ладно. В общем, покупать... Кстати, дополнение стоит, по-моему, дороговато, так что я вдвойне не советую, короче, не надо. Надо ли они? Ну, пиратка, да, ладно, пиратка, да. Цены, по-моему, большие. Ладно. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. С вами был Никет Сумма какая-то. Желаю всем удачи, любите Wolfenstein. До свидания.